да. Не то чтобы мы крысы кидали. Так, а где ты? На тебе фокус взять. Еще лидер. Поставь метки на нас какие-нибудь. На себя трусы. Метка цели. Череп. Единственный орк на свете, бегающий со звездочкой. Я вообще буду бегать только в щите. И всю жопу. Как тут вообще сделать метку цели? Правой кнопкой метка цели. Не то даже, я имею в виду. О, мы еще и в группе, пацаны, чёрт. Куда мы будем? Блин, как быть теперь не вновь с той группы? Надо не отвечать просто. Если бы там еще и качешь, он был бы вообще отлично. Слышишь, это... Да. А, вот, запомни цель. А этот запомни цель. Так, надо бегать в толпе. И хилить. Идеальный план. И дотеймить. И дотеймить, да. Было раньше. Ты знаешь, как рейд сделать? Я? На дон надо, наверное, я не знаю. Ты не помнишь, Лука? Не особо. Самый быстрый на свете шаман! Да, повезло. Так. Я сами купил. Шучу, конечно. Фирал. На тебе, чувак. Так, там уже в стелс кто-то выходил, пошли все в жопу. Где там наша толпень? Так, этот вроде плотный, И эти плотные. Наш широкий фронт, он паладин танк пошел вперед. Экзорцизм от нашего. Молчи! Ну ты, то есть это... Пойдем мать... за экзорцизмом, мы теперь паладин. Иди все. Вот я хилну, я тебя паладин. Поставить этого. Да-да. Да, это не спасает против шамановите. Черт, надо второго добивать. Молнию кастую. Промах, отлично. Черт, да помоги убить этого попала, блин. Черт. Он чуть не убил меня. Да, мы разносим вообще как боги. Потом кого-то потеряли. Черт, у них твин. Да ну нахер, там селеноновскими кинжалами 1600. Бихи-бихи. Теперь я. Да черт, я же шаман, как ты меня догоняешь. Пошел в жопу, фухачи того. Так. О, там наши, да? Угу. Там у нашего Таурена полгода бьют. Как бы его, зараза, захилять. Быстрее, волк, беги. Блин, там 31-й мудак бегает. Ааа, беги. Равчик, мудацкий. Равчик, да, Равчика надо убить. Равчику такое простить нельзя. Черт, кто-то уже покарал. А, не покарал нашего Равчика. Пошли. А, на кладбище мы не сможем стрелять, да? Вон он, Равчик бежит, вот он. Иди сюда. А-а-а. Стан, Равчику, поджигалочку, а? Вот это я выдал. Стан и поджигалочка. Там да. Пахам до сих пор всем раздает, чертовой матери. Живи, хил! Имба ШП. Фирал! Я сейчас тотем замедляющий доставлю. На тебя замедлялку, скотина. Я гонюсь за фералом как бог, он хилится. Сейчас я бегу тоже за фералом. Ты где-то там, где я? Бегу. Сзади тебя, правда.
Ячкую тут сам. Ты что, сам ферала не убьешь, что ли? У меня мало маны. Да. Я зараза взял, у меня маны нет. Прикинь, ман. Может, как-то на жесткую крысу. Ферал! Ну! Догоняй, давай. Станы поджигалочка. И экзорцизм. Я его поконсолю там. Вот чё. Регенки тупые. Лучше. О, его убили. Вот это мы боги, а ты говоришь. А, бежим! Ладно, мне надо где-то порегениться. Тут вроде безопасно. Альянса флахарды, хоть бы не у ханта. Как-то все плохо. Надо догнать своих. Надо, блин, там хантец. Там не только хантец, блин, хоть бы он не спалил. Там целая армия, их не выходит. Да там и наши. Твою мать! Что? Бежим, 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 бежим. Блин. Черт, я на тебя кинул. Ну. Ай, блин. Идите нафиг. Читеры, я хорошишь. Конченые часы. Кто это, блин, замедлялки? Бегай, бегай, вы крутоби, как я никогда не бегал. Толпи. Идите в жопу. Черт. Где тут баночка? Ну, по сути дела, там наши. Все, мне хана. Ну, я их задержал. Сколько смог. Че я бегаю здесь пешком, если здесь есть лошади? Кто знал вообще, да? Не надо лезть, просто я вызывать, я бегаю в этом. Фулке. 20% разницы. Теперь я понимаю, почему тебе лень было пантеркой садиться на луже. А ну смотри, Саня, да? Саня. Слышь меня, слышь. Саня Евгеньевич. Написано, к сожалению. Там хантес, ну жопу. Пошли через кладбище, ханта не убьют, а остальных, мне кажется, мы можем убить. Ну там, видишь, какая-то борьба идет, два на одного нашего. Вижу. Спасти. Ну там раскоцанный есть. Сбил каст. Мочи паладина. Блин. Язв. Тебе он не спас. Нечем добить этого. Есть чем добить все. Ай! Что там у тебя? Там хант? Да, хант, ну блин, не добили, жалко. Ну, ладно. Умри! Черт, есть! Не знаю, мне его засчитали, не? О, я двоих убил. Хрена, ты троих убил. О, я троих убил. У меня даже добивалочки нету, я уже троих. Ты понял, ты понял? Это честная ПВП, это один. Чёртовы твинки. Прибавка, мне слышишь. Я думаю, мне даже лучше защитную эту. Каску пусто. Так, походу там хантец, потому что видишь, сидят туда бегут. Ну, показывают на мини-карте. Там уж жопу. Вот так. О, рога, да? Ну хоть кого-то мы сейчас убьем. Стой! На!
Дот, добей его! Ну Дота, не кто там! Черт, Дота. Ой, блин, еще. Ой, черт, блин, это Пэт. Лучше пошли ханта попробуем. А, его коцают, толпень. Ну сейчас я ему замедлялочку. В тебя пошел. Нет? Да нет. Меня. Нет, не меня. Нет? Мёртвым, ад. Чёрт. А! Блин, нет. Он хилится как бог вообще. Тима хилят. Блин, у него, видимо, собственный хил есть. И до него не добежал. Да не, плохая идея гасить хантов. Лучше кого-то другого гасить. Угу. Только они же все крысы. Иди в жопу! Они же все крысы гоняются, блин, за хантом. Волки! Черт! Трындец. А где ты? Я в другую сторону побежал, пока ты отвлекал. Отлично. Моя смерть была не напрасной. Угу. Пойду тоже по другой стороне. У Альянса опять флахарды. И они его уносят в серединке. Блин, опять тут хант. Я не хочу с ним драться. Где ты? Возле вара там. Где-то. Отлично, у тебя ориентиры. Я возле вара, что тут непонятного? Иди к вару, там я. Я приведу к вам ханта и толпу, ничего страшного. Нет, не надо. А не, они к вам идут сами без меня. Чё? Мудацкий хант. Видимо, они флаг заберут. Вроде бы его даже пробивает что-то. Я сейчас, по-моему, какого-то хила убил. Ну, или не я один? У ханта нету маны! От, блин, у него какая-то мана появилась. Чёрт. Блин, да хорошо он, блин, сносит. Ну это... Это даже не айон. Типа с двух ударов, блин. Почему он не сносит тебя с двух ударов? Здесь и плацебо. А что, бабла ещё нет? А я ему, блин, оставил треть хп. А бабла нету? Не. Физически есть, но он почему-то не все его как бы юзать вообще. А у ханта пол хп нету маны, беги! Черт его хилят! А иди ты в жопу со своим... Блин! Ему помогли. У него еще какой-то, блин, пэт второй. Видимо, есть какая-то триня читерская, которая его вызывает. Предполагаю... А там кто там? Гиена, да? Нет, там есть гиена, а есть у него еще какой-то... Я видел таких мобов то ли в Марадоне, то ли что-то такое. У песиков есть можно в этом... Черт, хантец. Песиков можно взять в монастыре. Да. Ты не туда бежишь. Вообще куда-нибудь бежи, но о, там. Памп. Гоу от него он пойдет за флагом, а мы пойдем к кладбищу. Чтобы к кладбищу идти, надо кого-то убить, блин, а потом. Идти фармить кладбище. Уже же они как-то сдохнут. Он видишь, соединки какой-то бой. Черт, а как-то метка. А, хант возвращается. Отлично. Какой-то паладин. Равчик. А я ненавижу Равчика. Черт, хант. Пихи. Пэт. Давай вот сюда круг сделаем.
Чё, он как? Бежит за нами. Он там где-то завязался в бою. 23 кило, блин. Трындец, блин. Не убить никак, блин. Вообще никак. А я пожёстче видел чуваков на 19-м левеле. Может как-то попробовать на крысу флаги поносить. Я боюсь, блин, там будет только мероприятие. Я тут, хант. Ну что там, что-нибудь раскоцали его? Да и фиг там. Если что, я готов его добить, ну. Ну, я боюсь, что этого мало. Я думаю, да. Иди еще раскоцай его чуть-чуть. Вперед! Я с тобой! Убивайтесь! Ну, не, у него уже пол хп. Ага. Палсон будет материться. Вот. Ай! Ай-яй-яй! Шаунчик! Чё? Ну ты прыгаешь, ты нормально вообще. Я, короче, делаю восьмерку и на центр опять. Это, меня, блин, пирал, ух ты же говно. Блин, попробую тебя найти. Далековато? Я черт! Хант! Куда ты тебя нашел? Я наверху. Блин. Меня сейчас добьют дот. Не, все. В июне, блин, Трин Карим, ты смотри. Я попробую взять флаг. И если я донесу его до нашей. Ты будешь мне помогать или нет? Нет, конечно, а как я тебе помогу? А кого ты бил вообще? Охренеть. Так с друида того же, воюю уже с ним полчаса, блин. Ты главное обещал прийти помочь, блин. А я меня хант уже второй раз ловит, я не могу с кладбища выйти. Причем тут, блин. Так а ты, блин, не спускайся вниз, я воевал возле кладбища слева, блин. Да, ну прости. Надо было уточнять. Я возле Трюита, я возле Вара. Сор. Зараза, тупой Трюит. Я за ним, короче, опять. Хорошо, я попробую флаг тащить. Я что-то загорелся этой мысли. Равчик. Стой, Равчик, скотина! Блин, у меня ПВП с Равчиком. Блин, и с хантом, отлично! Как умрешь, короче, слышишь, возвращайся опять, блин, будем понял. Ааа, отстань! Я что задержал? Я вижу тебя. Сейчас попробую. Три, две, радиуска. Есть молотхил? Охренеть, он меня уже второй раз этот друид убивает. Читер конченый. Но он выше левел, зараза. Убей ты хоть его. Он 29-й, да? Да какой-то он, да. А, он 30-й. Блин, уходит, зараза, не успел среагировать. Он уходит внутрь. Но я еле выжил. Надо вдвоем его только убивать, ты его не убьешь. А ну я ему все время оставляю вообще пункт хп, отвечаю, два раза. Постелся. Может за флагом пойдет. Наверное, не пойдет, если мы тут стоим. Да нет, Вовчик. А хан ходит за флагом? Хан, по-моему, не ходит за флагом.
чувак, у меня был щит, меч, можно было в щите повоевать. Можешь в мишку превращался, козлина. И бы тебе был хантом, я бы тоже так раз дал. Ладно. Только 3 кила, так было, так и осталось. И, блин, 8 смертей нафиг. У меня бы сейчас было бы 2 кила, блин, шам этого друида. Ну, блин. Макрос надо просто на щит иметь. У паладина он легче, чем у шамана. Там он с флагом бежит. Он, друид твой бежит с флагом. Блин. Догонять! Любой ценой. Вот такая погоня. Черт, молодец. Ладно, попробую так срезать. Все равно, что надо будет здесь повернуть, правильно? Он стоит. Или это Шахант? Зараза, блин. Ты серьезно? Какая паутинка, блин? Пошел нафиг. Я вздох. Блин. Конченый твинкари, блин. У меня, блин, больше шансов было убить на локацию эту, блин. 60-й пыль. Есть, кто-то убил. Попробуйте найти. Я убегаю оттуда, ну его нафиг. Друида мы убили, к сожалению, не я, но все равно. Прикидываешь, хан за мной бежал до своего флага, знаешь, блин, через, блин, полкарты я вообще офигел. Думаю, сейчас я тут нормально. Он меня ненавидит. Мне больше нравится, когда у нас куча вот таких вот контов. Я, кстати, делать себе какого-то мегатвинка в каком-нибудь таком Варкрафте. 19 левел. Ну, сделать себе твинка, чтобы он всех убивал говнище. Хотел бы посмотреть, как это круто. Муравчик, козлина. Муравчик, да. Но там, блин, подожди, хант. Там хант. Тут есть подъемчик. Хрена ты быстрый, может у него чарка какая-то на скорость бега. На кого? Не-не-не, не оборачивайся. На кого чарка? Фанта. А, ну хотя 30% это шестая. А пэт 40. Не, по-моему, 60. 60 пэт. Там бежит кто-то за нами, не? Наш только. Я попробую фласт тащить. Не, и хантец там. Если что, тогда беги через низ. Равчик! Твою мать. Долбанные паладины. Я через. Прямо через их проход выхожу. Там. Ты не там? Не, лучше не выходи там. Тогда я опять через паладина. Пошел в жопу со своим экзорцизмом. Я сейчас буду бежать к тебе. Давай попробуй, потому что у меня тут. А ты куда? Ты там туда куда побежал? Я наверх побежал. Я тут мудацкого равчика кайтю, как бог. Не знаю, получится, не получится. Он все-таки пал. Может, маны не хватить. Ха, он там экзорцизмом меня пробивает. Я пришел. Помогай. Блин, ну стан не подействовал. Черт, стан. Убей! Кач. Как раз ману восполнил. Спасибо. Так, как бы отсюда выйти теперь? Ну, в лоб, наверное, тупо, да? Ну, они меня видят на карте, надо двигаться куда-то. Вариантов-то немного. С хантом убьют. Я бегу влево. Блин, все плохо, да? Не, вроде пока. Нормально.
Главное добежать до нашей базы. Вот на нашей базе я могу... А, не, что я могу? Я же там тоже не могу превращаться в волка. Я думал, там у меня хоть плюс по скорости хоть какой-то. Чёрт! Да, хантец, к сожалению. Я к Станию, я тут его дольше всего катил. Я отдам свою жизнь за тебя. Нахрена? Ты не исполняй. А какая разница? Он же сейчас хочет тебя убить. А мы, смотри, мы уже в пол хп снесли. Положим, хоть его тебя убить. Ну, это, конечно, жизнь отдал, но зато все равно прикольно. Беги! Ты выжил? Непонятно как. Видимо, хан сдох, а ну пойду гляну. Мне почти интересно. Нет, точно не сдох, он там сражается. Либо он зассал. Сдох! О, красавчики, блин. Не пофиг, я умру с флагом сардынским. Не опустяй его. Ты видишь, как ты тактически поступил, да? Молодец. Не настоящий, слишком далеко. Ты ж говно, блин. Стой, крыса. Ладно, я за тобой не пройду. Каким-то макаром Альянс побеждает. Чудо, да? Смотри, у нас тоже вар неплохо, там 17 скиллов раздал. Ну, он, видимо, тоже твинк, я солилого ханта очень долго убивал. Угу. Я еще не уверен, что на этом левеле вара уже есть скачок в бою. А сколько нам чести?